Шамиль, поделись эмоциями о матче за третье место. Эмоции бешеные были. Приехали без замен, считай, с одной заменой. Ребята некоторые не смогли. Было тяжело, но, к сожалению, к счастью, все бились до конца. Не проигрывали борьбу, и за счет этого, наверное. Еще фарт по пенальти. Это наша стихия, наверное. На то сказать, почему не удалось одержать победу в основное время? Не могу сказать. Не могу сказать, почему. Наверное, потому что 3 выхода, 3 в 1 не забили и получили свое, как в футболе всегда так бывает. Морально были до начала матча готовы к возможной серии пенальти? Нет, не были к этому готовы. Ну и в завершении все-таки стали обладателем бронзовых медалей. Как будете праздновать? Праздновать? Домой пиво и спать.